Работников этой сферы чествовали и в столице республики. Профессиональный праздник объединил почти 6 тысяч социальных работников. У этих людей особое чувство сострадания и милосердия. Круглосуточно они приходят на помощь тем, кто нуждается в защите и поддержке. Несомненно, вот эта работа реализовывается достаточно системно в рамках реализации социальной политики государства. И как уже было сказано, по инициативе президента, для того, чтобы систематизировать эту работу, реализовывать комплексно, а самое главное, развивать последовательно, сегодня действует национальный проект демографии. Технологии, которые развиваются, говорят о том, что вот этот период трансформации и реализации такого подхода, оно совсем не за горами, оно очень близко. Получение собственной квалификации и компетенции делает возможным, еще раз говорю, оказать людям ту или иную поддержку просто, быстро, а самое главное, точечно и в нужном месте, в нужное время. В республике планируется создать 6 центров социального обслуживания под единым брендом. 2 таких уже работают в Шумерле и в Козловке. На очереди «АЛЛАТРИ», «Канаш», «Новочебоксарская», «Чебоксары». Это поможет расширить перечень услуг для людей старшего возраста. Более 3000 граждан дополнительно будут активно заниматься физической культурой, музыкой, обучаться компьютерной и правовой грамотности. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.